меня. Ау! Ходи с колом. Смотри, у меня здесь такой прыщ, блин. У тебя заберу этот стол, а тебе другой возьму. Где ты там, Ксюша? Всем привет, ребят. Сегодня 31 декабря. Снимаем последний влог в этом году. А влог этот выйдет уже на следующий год. Так что добрый новый год! Да, с Новым годом вас, потому что вы будете смотреть этот влог уже в 2021 году, поэтому всех с Новым годом, всех с праздником. У нас сейчас 3 часа дня, папа уехал в магазин кое-что докупить. Бабуля приедет. Для салата. Хочу сделать оливье, как обычно. Бабушка. Вот, потом приедет бабушка с дедушкой. И все. Бабуля и все, все, все. И мы будем отмечать Новый год, да. Каролина у нас играет, привет. Привет. Глазки не устали у тебя? Нет. Нет? А во что ты играешь? Готовишь кушать? Да. А, ну, Каролина у нас готовит. Да. Наша панакотта уже замерзла, кстати, перетаскали дети, видите? Да, я вчера делала. Ну, вот эту не трогали, там, которые формочки. И я вчера сделала тортик. Открой-ка. Он очень красивый получился. Да. На десерт у нас тортик, захотели тортик. А? Мама, это обычно только флебатка. Давайте, хватит? Нет. Короткое. Не хватает. Не хватает. Что делать? Закончился у нас рулон. Прямо на самом интересном месте. Ладно, все равно у нас помещается... А, нет. На сколько человек будет? 8? Так, мы опять пришлось ехать в магазин за огурчиками, за морковкой, за кукурузкой и горошком. Конечно же, нужно в последний момент все покупать и делать салат. Огурчики солененькие. Что еще туда нужно? Яйца сварить, картошка у меня есть. И все. Я снова икаю. Блин, мы будем кушать. Мне тоже нужна твоя косметика накраситься. Что ты такая футболка мятая? Ты откуда ее вытащила? Хорошо, ладно, не буду спрашивать, откуда. И так заметно. И так понятно. Так, мне нужна будет, наверное, вот эта твоя палеточка. Наверное, я это... У тебя заберу этот стол, а тебе другой возьму. Я такая себя чувствую, не знаю. Бедный родственник приходит и у ребенка косметику забирает. Что это тут еще есть? Короче, все, доставай давай. Блесточки. Фиолетовым, да, я буду фиолетовым делать. Увидела? Я вот такой не делала. Смотри, у меня здесь такой прыщ, блин. Спалился. Вот у меня есть белая маска, которая вот ее нужно белая. Она сушит очень быстро. Белая маска, которая у меня осталась. Я наношу базу. Мне нужно замазать все мои прыщики вот здесь наверху особенно. Ну, здесь просто на камере не видно, потому что у нас фильтр какой-то, по-моему. Размазываем нашу базу. Начну с глаз. Так что мне нужно еще базу для глаз, наверное. Все, я закончила Каролиной макияжем. Сейчас мама ей еще сделает стрелочки. Так, я сейчас одену сережки. Сейчас еще хайлайтер добавим. Я хочу спать. Я думаю, я до 12 дней досижу. Ну, спать хочу. Так, Макса тут подстригает у нас быстренько, срочно. Очень сильный оброс. Папа сейчас его быстренько чик-чик и все. Да, Макс? Не нравится? Вот она, линенок. Ну-ка иди сюда. Смотрите, какой линёночек. Тебе подходит под золотое платьишко, твои золотые рожки. А зачем мне вот так нужен? Эй, тихо. Тональный крем для чего нужен? Чтобы спрятать все неровности, прыщики. А у тебя такого нет, поэтому тебе не нужно.
Я уже себе волосы накрутила, видите? Кудрявенькая. У меня кудри долго не держатся. У меня такой, такие волосы, что... Ау! Что такое? Ногтем сама себя. Закончила я с макияжем. Почти. Осталось реснички накрасить. Маргарита там салат режет. Так, все. Ну что? Осталось мне накрасить бровки. И все, и губки. Накрасили Ксюшу и сейчас решили, в общем, заплести вот такие вот две косички. Ани. Как рога? Да, на хвостиках. Это бутылька. Такие вот косички две. Так, посмотрим, Маргарита нарезала. Что еще нужно резать? А нужно открыть немножко кукурузки, немножко этого. Это не надо колбаса, сегодня так не подойдет. Я буду кушать без колбасы. Мам, как они тебе нормально, не мне нормально? Так, конечно, я помню. Какие собаки? Ходи с колом. Диско знаем. Ты заканчиваешь? Мы потихонечку уже накрываем на стол. Зажгли свечи такие вот красивые. Папа поехал за бабушкой, за дедушкой. Каролина одевает. А ты тоже хочешь ехать? Да ладно, рогатый олень. Бонни, ты тоже поедешь? Лук, 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 лучок. Без лука не вкусно. Лучок обязательно маленький. Так, быстренько надо нарезать лучок. Сейчас долго. 3 часа морковку режешь. Раз, два. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Накрываешь окорка. Кто-нибудь видел мою заколку? Вкусно. Так, этот влог я не знаю, когда выйдет. Может быть, завтра, может, послезавтра. Как проснемся? Завтра, я так думаю, мы будем спать долго все, да? Все, заплели такие вот косички. Ну-ка. Гуд? Вот этот прыщ не гуд. Так, ну что, мы потихонечку накрываем на стол. У нас уже 10 часов. Маргарита уже голодная, ей хочется кушать. Она храняет свою тарелочку уже. Мы тут пытаемся вытащить нашу панакоту. Вот колокольчик у нас тут. Сапожок. Тяжело. Вытаскивается. И растапливаем шоколад, чтобы сверху полить. Знаете, найти двоечку, ноль. Ну, двойки не хватило. Получилось 2001. Нет, не 2000. 201 получилось. Нету двойки, еще одна. Ну ладно. Хотела, чтобы мы задули. С днем рождения, 2021 год. Но не получилось. Так что мы сейчас будем резать. Ножичек мне нужен. Ножичек давай. Так, ну ладно, будем резать тортик. Я в этот раз сделала такой вот прямоугольный. Разбираем тортик. Тортик. У Маргариты особенная подача. Давай, выносим. А это нет. Все, иди садись за стол. За стол садись, там есть. Всем хватило? Да. Да, всем хватило. Молодцы. Так, все. Проводили мы гостей. Бабушка с дедушкой уехали. То есть папа повез их домой. А у нас теперь здесь уборка. Как обычно. Вот намусорили. Сейчас подметем со стола, уберем. Время, кстати, уже 4 часа почти. Без 5-4.
Маргарита с папой поехала. Сейчас мы уберем и пойдем спать. Завтра точно будем спать до обеда, да? Иди спать, Ксюш. Уже больше. Ксюша сидит, мучается, хочет спать, не идет спать. Тут уже все убрать, у нас тортик остался. Тут у нас тоже салатик остался. Так что нам еще будет покушать на следующий день. То есть сегодня только в обед. Готовить не нужно. Собираемся спать. Сейчас я смою макияж и почищу зубки и спать. Ксюша уже уснула. Так, где этот? Так жалко смывать. Маргарита, ты умылась уже? Время почти 5 часов утра. Представьте себе. Почти 5 часов утра. Сережки снимаем. Это очень сложно. С ногтями сложно, да. Так, еще одно. Вот, нормально. Она отклеилась, видимо. Там клей был, наверное, намазан. Такая кожа хорошая. Тут у меня прыщ соскочил. А у меня вот тут. Смотри. Так, все видно. Праздники закончились. Сладости закончились. Всякое г больше есть не будем. Кто там нам под дверью сморкается? Потому что уже все, уже видите, все на лицо вылазит. Так, все. Боня, ну-ка место. Место. Маркоша. Время 5 часов утра. Выключай телефончик. Кто там шампанское у вас пьет? Дарья. Шампанское пьет. Все. Макс не спит еще. Ладно, все, ребятки. Всех еще раз с Новым годом. А мы спать. Пока. Все. Всем пока-пока.